Просьбы жителей поселка Красково услышаны. Теперь памятник защитникам Отечества Великой Отечественной войны, который стоит на пересечении двух дорог, перенесен в более удобное место. Глава округа Владимир Волков встретился с инициативной группой и обсудил все вопросы. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Я уже живу здесь на протяжении 50 лет. И все это время, когда собирались мы на 9 мая, в день начала войны, то уже было проблематично подойти к этому памятнику, возложить цветы. Сейчас население растет, скажем, годом у нас, возрастает, и поэтому небезопасно даже подойти сюда. Действительно, жители и мы, ветераны, обращались к главе с просьбой о переносе этого памятника. Именно с этой развилки в годы Великой Отечественной войны уходили жители Красково на фронт. На соединении двух дорог Красковского шоссе и улицы Карла Маркса памятник защитникам Отечества установили в 1970-м. В 2010-м он был отреставрирован. Но с развитием инфраструктуры поселка проведение памятных мероприятий на этом месте стало небезопасным. Да, он был построен, это было хорошо. На въезде в Красково такой памятник, память о наших героях войны. Сейчас, когда такой сплошной поток, когда мы вот разговариваем и не слышим друг друга, он, конечно, здесь не на месте. Собрать здесь детей или самим прийти возложить цветы просто опасно для жизни. Конечно, ему здесь не место. Место ему в Парке Победы. После многочисленных обращений жителей в администрацию округа принято решение о переносе памятника. Мы переносим этот памятник на новый сквер Победы в Красково. Полностью памятник будет сохранен с его концепцией, с каждой фамилией, с каждой плитой. Те плиты, которые повреждены, будут восстановлены. И самое главное, что само решение о переносе этого памятника принимали наша общественность, наши ветераны, наши жители Красково. По просьбе жителей мы делаем этот перенос. Работы уже начались. Перенос памятника защитникам Отечества будут контролировать представители администрации и жители поселка. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.